Во Владивостоке прошли межрегиональные соревнования главных управлений МЧС России на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта. Площадкой соревнований уже традиционно стал стадион «Динамо». Мастерство демонстрировали 11 команд со всего Дальнего Востока. В первый день прошел подъем по штурмовой лестнице. Спортсмены поднимались в окна учебной башни на втором и четвертом этажах. На следующий день спортсмены состязались на 100-метровой полосе препятствий. МЧСникам после старта предстояло преодолеть 2-метровый забор, взять 2 пожарных рукава, пробежать по бревну или, как его называют, буму, после чего присоединить один рукав к разветвлению, а другой к стволу, находящемуся за спиной с момента старта, а затем пересечь финишный створ. Третий день был отведен на проведение пожарной эстафеты, цель которой – потушить пожар на финише. Также прошло и двоеборье – это штурмовая лестница и 100-метровая полоса препятствий. Плохая погода на четвертый день соревнований не помешала спортсменам показать отличный результат и продемонстрировать невероятную ловкость, силу и выносливость на боевом развертывании. Команда прокладывает магистральную рукавную линию и струей воды поражает мишени. По результатам четырехдневных соревнований первое место в командном зачете ушло Приморскому краю. Нашим спортсменам предстоит защищать честь округа на всероссийских соревнованиях в Йошкар-Оле в начале августа. Артем Белов, Диана Иванова, новости на восьмом.